Паспорт не самый первый, но уж точно самый важный документ в жизни любого человека. Его получение – обычная, в общем-то, процедура, но она превращается в настоящее событие, когда паспорта в торжественной обстановке вручают первые лица муниципалитета. Что чувствуют виновники торжества и их родители? Волнение, конечно же. Серьезный документ, паспорт Российской Федерации, гражданина. Конечно, волнительно. Да, мне очень приятно. Перед торжеством для ребят провели интересную экскурсию по библиотеке. В том, что вручение самого важного документа проходит именно в ее стенах, заложен большой смысл. Любовь к книгам и чтению, точно так же, как и паспорт, признак взрослого человека. От имени главы муниципалитета Андрея Иванова юных граждан приветствовала председатель окружного совета Татьяна Одинцова и депутат Михаил Зимовец. Я хотел бы, чтобы вы были образованными людьми, образованное будущее нашей страны. И этот день действительно запоминающийся, это день торжественный. И родителям терпение и, конечно, воспитывать нашу современную, креативную, замечательную молодежь, которую мы сегодня видели на этой сцене. Получение паспорта еще не совершеннолетие, но этот момент – очень важный рубеж в становлении каждого человека. Широкий шаг во взрослую жизнь. Именно с 14-летия молодые люди получают значительные дополнительные права. Однако с этого возраста наступает и дополнительная ответственность за свои поступки. Появляются новые обязанности перед обществом и страной. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».